сделать? Ну, чтобы не было такого. Нам позвонили милиционеры, говорят, вы еще не подъехали, а говорит, а мы знаем, что уже на вас заява есть. А мы, так мы еще не подъезжали. Да нам все равно. Уж нам-то все равно. Почему нам все равно? Потому что мы не нарушаем закон никогда. Мы его нарушаем ничего. Сейчас ночью. А вот днем? Мы ночью. И расскажем по справедливости. А сейчас мы расскажем по закону. По закону? А как вас? Как вас? Меня Вик, Валентин. Я вам так скажу, что вот этот вот ваш парк, это я захватил. Если вы тогда еще работаете. Ну, когда мы захватили Дентранс. Я в Ростове. Да. А когда вот захватили Дентранс на Майдане, вот это я его захватил. Я сходник 12-й. Значит, смотрите. Мы очень вежливо просим вас предупреждать, что на самом деле, если вы дайте, что я показываю. Да, на самом деле, вы же прекрасно знаете, вы тут не при чем. Где-то что-то мне дал, документ. Я не знаю. Они не в машине? Вы же знаете прекрасно, что документы, что уже приказ, вышел приказ, что Андрюха, глянь в машине, мы там наказ там не забыли. Приятно, что вы сказали, что вы принимали. Да, просто, но вы передайте, что приезжала громадское формулирование, громадская организация, что до нас звернулись, що ми будемо, ми сьогодні роз'яснювати роботу, проведемо попередину. Хлопці, то, що вас посилають, ви не винні. Але ви теж повинні знати, бо вони, може, вас обдурюють, що вас посилають робити злочин, порушення, бо незаконно заробляти гроші є злочин. Тому ми сьогодні вас просто попереджаємо. Вас, не, ну, зрозуміло вас, що ми вам ставимо, як би ставимо вас в ізвісність. Що, ребята, вас посилають, ми це знаємо, ви прості ребята, ви на роботі, у вас є сім'я, у вас є начальство. І ми, от як ми відносимося, ми спочатку вам роз'яснили, що на самом деле ви робите незаконно. От він пожилий чоловік, да, от хазяїн машини, ну що він зробив? Ну що він зробив? Він даже, ну, він обращається до нас. Тому ми вас просимо, це саме, вижу, як я робив, щоб ви щоб знали, що це вже незаконно, це вже незаконно. Этот маршрут передан. С какого числа? С 5 числа. С 5 числа. Им, а вообще с сентября месяца. Уже отобрано у вас. Он, да, с сентября месяца. Отобран документы на перевод. Один начальник интересуется, как ваша фамилия? Пятница. Пятница. Ну, приезжайте, интересуется. Мы будем ведь ждать. Смотрите. Смотрите. Вот возьмите. Они говорят, что будут вас ждать. Сейчас я наберу. Как говорится, люди маленькие, мне вот это... Не, вот, фотографируйте. Я понял. Пятницкий. Мы вам можем дать копию. Громадские формирования Теремки 1. Громадские формирования Теремки 1. Мы ж все, мы вежливо разговариваем. Да. Вежливо. Просто просим, что завтра уже будем вас забирать. А сегодня мы оставим известно, что вы же работаете без закона. Фотографируйте. Поверьте. Давай. Давай.